Суд в Киеве решил заменить государственного адвоката бывшего президента Виктора Януковича. По заявлению судьи, адвокат Максим Гераська отстранен из-за невыполнения обязанностей по защите обвиняемого. Новый адвокат должен быть назначен незамедлительно и явиться на заседание завтра. Гераська назначили адвокатом Януковича в августе, после того, как его предшественник заявил о самоотводе. С конца июня суд заочно рассматривает дело о госизмене бывшего украинского президента. Янукович – фигурант нескольких уголовных дел в Украине, в частности, о превышении им полномочий. Убийство активистов Майдана, а также по факту захвата государственной власти.